Так, короче, давай сначала по порядку. Как все было? Путин, война начинать, самолет лететь, я с ружьем бежать, бомба падать, я какать. Что? Какать, я какать скачу. Подожди, какое ружье, какое бежать? Ты должен был танки купить. Ты танки купил? Ты танки купил? Я у тебя спрашиваю, ты танки купил? Купил. Ну а почему не стрелял? Поломанный танк. Купил поломанный, он не стрелял. Ты зачем ему поломанные танки продал? Ты зачем? Не знал. Кто не знал? Он не знал, я продал. Зачем ему поломанные танки? А мне зачем? Зачем тебе поломанные танки? А? Зачем тебе поломанные танки? Поставлю дома красиво интерьер. Хорошо. Где сейчас эти поломанные танки? Где сейчас эти поломанные? Я у тебя спрашиваю, где эти сломанные танки? Путин забрал. Да ему нахрен эта рухлядь нужна? Я куплю. Ты же придурок, ты же знаешь, что они поломанные. Передам. Кому? Я куплю.